Генеральный спонсор – производственный кооператив «Аккумулятор». Вы смотрите телевизионный проект «Команда мечты». Все самое интересное из жизни хоккейного клуба «Южный Урал». И с вами, как всегда, ведущие Олег Пивунов и Наталья Егорова. Второй этап регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги для Южного Урала на домашней арене складывается весьма удачно. Соперники, от которых арчане потерпели поражение на выезде, один за одним получили достойный ответ и уехали из Орска без набранных очков. Очередную победную серию бело-синие начали с хоккейного клуба из Усть-Каменогорска. Напомним, что ранее полоса неудач Южного Урала в текущем сезоне началась именно с этого соперника. С замиранием сердца переполненные трибуны Дворца спорта «Юбилейный» смотрели на поединок двух принципиальных соперников. Именно «Кастинг Торпедо» на своем льду остановил победную серию Южного Урала на первом этапе календарного чемпионата. Тогда арчане уступили хоккеистам из Казахстана со счетом 0-3. И на этот матч были настроены всеми силами взять реванш. Как и ожидалось, первый период прошел в равной борьбе и на не очень высоких скоростях. Обе команды плотно сомкнули оборонительные ряды, действуя на стремительных контратаках. Во второй 20 минутке скорости возросли. Команды стали более активнее действовать в атаке, и к всеобщему ликованию трибун южноуральцы заметно преуспели в этом, нежели торпедовцы. Все чаще бело-синие гостили в зоне усть-каменогорской команды, и чувствовалось, что гол назревал. Голкипер гостей как мог выручал свою команду, но справиться с броском Владимира Воронцова был уже не в силах. Пропущенная шайба стала дополнительным стимулом для торпеда. Гости ринулись восстанавливать равновесие в счете, но оборона арчан была неприступна. Все, чего смогли добиться на этом этапе усть-каменогорцы, это численное большинство. Однако полученная фора сыграла с ними злую шутку. Максим Попов, поймав соперника на пересменке составов, отдал ювелирный пас Ильнару Мизбахову. Вторая шайба в матче стала победной, также второй в сезоне, заброшенной арчанами в меньшинстве. Третий период прошел в более ожесточенной борьбе, нежели предыдущий, однако сломить южноуральцев гостям уже не удалось. Реванш сухим счетом состоялся, и эта победа внесла неоценимый вклад в боевой настрой Орской ледовой дружины. На пресс-конференции наставник гостей подчеркнул лучшую готовность Южного Урала к этому матчу. Факт то, что сегодня чуть-чуть компактности игры у нас не хватило. Все почему-то, я скажу так, не в попад чуть-чуть. Друг под друга открывались. Команда соперника прессинговала практически и по нашей, и в средней зоне, и в чужой. Поэтому где-то нам не хватило движения. Агрессивности не хватило, чтобы вылезти на ворота. На те моменты, где вначале можно было довести до броска, почему-то хотели, наверное, в красивый хоккей сыграть. Лишнюю передачу делали где-то, что приводило к потере шайбы и контратаке. То, что мы вначале выстояли в меньшинстве, конечно, это хорошо. Первый период вроде как, хотя знали, что на выезде команда проведет, команда соперника проведет активный, очень агрессивный хоккей, потому что это, во-первых, один из лидеров, во-вторых, они проиграли нам дома. Мы готовились к этому, но вот во втором периоде пропустили гол, и тут раскрылись, почему-то игра чуть-чуть разладилась, и пошли контратаки, и в своей зоне почему-то стали как-то с опаской играть, я не знаю, и мало контролировали шайбу.
Евгений Зиновьев, в свою очередь, был более краток. Хорошее движение было, самое главное. Заряженность на ворота была. Мы сыграли дерзко, агрессивно в нападении. Конечно, могли не доводить до такой нервной концовки. Все решить в первом, во втором периоде, когда создали массу моментов. Но, к сожалению, в очередной раз их не использовали. А так, поздравляю всех с победой и с хорошей игрой. Производственный кооператив «Аккумулятор». Безупречная репутация длиною в четверть века. Важная и нужная победа Орского клуба помогла настроиться на следующего соперника – «Красноярский Сокол». А уж очки обеим командам были нужны как воздух. Поединок не только прошел по похожему сценарию, что и предыдущий, но и завершился с одинаковым счетом. Сухари плотно вошли в рацион голкипера Александра Печурского. Красноярский «Сокол» в Орск приехал после упорного поединка с карагандинской «Сары-Аркой», который закончился не в их пользу. Раненый соперник Южного Урала был готов к упорнейшему поединку, тем более что дома уже одерживал над арчанами более чем уверенную победу со счетом 6-2. Однако играть на льду дворца спорта «Юбилейный» оказалось гораздо сложнее. Первый безголевой период сразу обозначил избранные тактики командами, которые в свою очередь не принесли успеха ни тем, ни другим, хотя моментов для взятия ворот хватало. Сценарий игры во многом напомнил предыдущую встречу с Каменогорском. Во втором периоде хоккеисты в погоне за результатом забегали быстрее. Силовая борьба начала приносить плоды в виде удалений. Причем у Красноярска была уникальная возможность открыть счет при реализации двух лишних игроков. Но, как говорится, если не забиваешь ты, забивают тебе. И поводом для этого стало удаление уже в составе «Сокола». Атака «Белосиник» затянулась, и оборона гостей дрогнула. Мощным прицельным броском Дмитрий Позин открыл счет. С этой минуты рисунок игры изменился. Гости заиграли жестче и стали чаще атаковать. Минимальный разрыв в счете нервировал всех, кто в этот вечер присутствовал под сводами дворца спорта «Юбилейный». Белосиним никак не удавалось закрепить успех, а Красноярску пробить одержимую оборону хозяев площадки. А под конец третьего периода сибиряки не смогли сдержать эмоций и заработали удаление на ровном месте. Удаленный до конца игры хоккеист «Сокола» вынудил наставника гостей выпустить пятого полевого игрока. Но удержать шайбу в зоне арчан им не удалось. Пустые ворота стали более чем выгодной мишенью, и Константин Фомичев не промахнулся. Так, ворота пустые, пятый полевой игрок «Сокола» выходит. Ну и, конечно, да, гол в пустые ворота. Константин Фомичев. Вторая победа не только принесла заветные 3 очка, но и значительно укрепила позиции Александра Печурского в верхней части рейтинга лучших голкиперов лиги. На послематчевой пресс-конференции наставник «Сокола» также отметил его игру, хотя остался доволен действиями своих игроков, несмотря на поражение. Не привыкну по поражению говорить, что я доволен, но сегодня я позволил себе, что... Скажу, что в мире хорошая команда сегодня. Игра была равна, мы играли ровно с хорошим соперником. Думаю, в некоторых моментах и были лучшим соперником. Но мы не забили большинство, которое с нашим постоянным проблемом. Мы не бросаем, мы хотим постоянно играть на передачи, лишь до ворот. А то был, может, момент, который решил о
всем счете игры. Но я думаю, такая хорошая команда, как Южный Урал, обязательно есть. Почему ей еще кто-то помогает? Играли хорошо. Мы за нашу игру заслужили какое-то очко. Но что, постоянно играем, проигрываем одним голом. Надо работать. Надо работать. Еще много игр до конца чемпионата. Но нам не хватает в некоторых моментах реализации. Голевой случай, это наша боль. Евгений Александрович Зиновьев подчеркнул, что зрелищность игры, конечно, страдает, но результат важнее. Сегодня была игра на результат. Сопернику очки нужны, как воздух, они борются за попадание в зону плей-офф. Нам очки нужны, мы пытаемся сохранять лидирующие позиции в лиге. Вот. Что хочется сказать по игре нашей команды. Значит, мы, в общем-то, сделали сегодня упор на оборону. Я считаю, мы хорошо, надежно сыграли, не дали сопернику развернуться, вот, использовали свой шанс в большинстве, а потом уже, так скажем, доводили матч до победы. Вот, ожидали, я говорю еще раз, ожидали, что будет серьезный соперник, будет серьезное сопротивление, так оно и получилось, ну, тем приятнее победа. Два последних матча, выигранных в упорной борьбе, завершились минимальной результативностью. Второй круг чемпионата диктует новые правила игры. А между тем борьба за место в зоне плей-офф разгорается с новой силой. И нужно быть готовым к любым сюрпризам. Увеличение количества выступающих команд в нынешнем сезоне в лиге не повлияло на количество участников зоны плей-офф. Это обстоятельство вносит чемпионат дополнительный стимул для команд. Я перед началом сезона говорил, и сейчас повторюсь, что 8-10 команд будут бороться за самые высокие места. Так и есть, если взглянуть на турнирную таблицу, то, значит, все команды, вот я говорю, до 10-12 места идут настолько плотно, что там, значит, разница 2-3-4 очка всего. Вот. Что можно ждать от второго круга, да? Каждая команда сейчас, начиная вот от первого до последнего места, сражается за свои задачи. Значит, у каждого свои цели. Кто-то хочет попасть в зону плей-офф, кто-то хочет занимать лидирующие позиции, как Южный Урал. Вот мы стремимся к этому. Вот. Стабилизировалась игра лидеров. То есть видите, что Рубин стабильно набирает очки, начал штамповать победы. Тарос штампует победы. Вот это все было прогнозируемо. Да. СРРК с хорошим подбором игроков находится вверху турнирной таблицы. Буран, как и следовало ожидать, значит, там тоже подбор игроков, хороший бюджет. Вот. Середняки, которые, Спутник, Нижний Тагил, там Динамо Балашиха, вот все, я говорю, все по максимуму сейчас стараются набирать очки и решать свои вот задачи, которые каждая команда перед сезоном поставила. Руководство Орского клуба и тренерский штаб в полной мере оценивают ситуацию и тоже не стоят на месте. Что касается Южного Урала, значит, мы, кроме того, что сотрудничаем хорошо с Металлургом Магнитогорским, мы тоже ищем варианты усиления, потому что понимаем, что все еще впереди. Начнутся игры плей-офф, где, значит, на первую, так скажем, роль будут выходить бойцовские качества хоккеистов и опыт игры в плей-офф. Мы ищем, так сказать, одного-двух, может быть, трех игроков, способных усилить Южный Урал. И что самое интересное, круг поиска не ограничивается только российским рынком игроков. Основной критерий выбора – способность хоккеиста именно усилить играющий состав.
Отечественный кооператив «Аккумулятор». Безупречная репутация длиною в четверть века. Вы смотрели телевизионный проект «Команда мечты». Все самое интересное из жизни хоккейного клуба «Южный Урал» в нашей следующей программе. С вами были Наталья Егорова и Олег Пивунов. До встречи на хоккее!